Ого, уже и с ковролином. Нет, уже. Ой, с зеркалами. Вау, 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 вау. Это начало. Начало. Девочки, смотрите. Юлия Сергеевна, покажите вообще, вы какая сегодня красивая. Вы всегда красивая. И, кстати, волосы хорошо были собраны наверху. Моя мама любит, когда я вот так делаю волосы. Покажите шикардос. А, это мне Лина подарила. Линочка очень красиво. Вот Юляша, ну что, ковролин второй сюда, да? Шторки Юля заказала, шторы. 8 тысяч лет. Дорогие. Ну вообще дорого. Вот этот вот маленький кусочек квадратных метров очень дорого. Это просто безумные цены. Они еще подняли. И я пытаюсь брать же хорошее. Не могу взять. Мне они тут, да, да. Есть дешевые. Мама, можно мне музыку включить? Да. Ну а Марина, ну как я и дешевая? Не, нет, она классная. Кстати, зеркало вообще вписалось. А он мне говорит, куда ты зеркала? Я же еще эту комнату буду. Она, да, я же хочу сказать, она же хочет эту переделать. А вот эту, я же сразу сказала, я хочу все сразу. О, они же переживают, они знают, у меня есть деньги, но переживают, что цена может быть это. Я говорю, ребята, я готова. Просто сделайте мне это, пожалуйста. Уже я не могу, я хочу... Ну, тем более, Юля говорит, это приватно, говорит. Я хочу нормально детками, чтобы было, потому что, ну, ты что... Сейчас зима будет, знаешь, как бы приятно, будет висеть шторы. Да, они красивые. А вот тут надо нам придумать дизайн, комнату. Так, давайте, подписчики, придумайте, что делать в этой комнате. Кто придумает, тому и вышлет мне. Я, тому, в Инстаграме, между прочим, мой, наверное, напишите. И ваше имя, фамилия. Я, между прочим, клип снимаю, уже заказала песню и заплатила. Ну, песню, музыку, а песню пишу. Уже 5 текстов. Ну, слова хорошие, я видела. Ты выбросила. Два оставила, еще два написала. Ну, блин, припев у меня. Я сплю с иностранцем, и меня забрали в плен. Это, наверное, что-то с войной связано, может, нет. Ну, да нет, не надо, не надо. Я сплю с иностранцем, меня забрали в плен. В припеве у меня крутится. Это сегодня у Ай день рождения. Ой, Аечка, покажи. Аечка, это тебе твой любимый чистый. Боже, какие красивые фиолетовые. Свечки там сверху лежали. Я свечки, вот, вот, вот. Вот. Все есть, так как мой подарок. Ой, ну задарили прям. Давайте споем хоть. Аечка, повернись же на две камеры. Красоте. Моя подружка. Ай, конечно, салам алейкум. Иди сюда. Ой, Юлечка, я тебя не увидела. Что это моя подружка? Это, смотрите, с этой сумкой Фурла. Подожди, сумка Фурла, кроссовки Dolce & Gabbana, джинсы Zara, куртка Zara. Это местная фирма турецкой Beauty. Все рассказала. Девочки, все как вы любите. Ну, как бы. Ай. Локоны такие сделала. Ну, конечно. Прям красоты. Очень красиво. Развернись. Платье вообще на тебе сидит супер. И, кстати, очень красиво даже получается тарелочка. Да, конечно. Кирюш, открой мне бутылочку водички. Да, ну ты воду. А, ты все с ней не могу. Она, закрой. Я тебе сейчас буду еще снимать. Не надо меня снимать. Так не попадай, так не лезь в кадр. Так я вообще не вижу. Ну так, а что ты за нами ходишь? Да. Ходит сама за нами, слышишь? Ходит и ходит. Вот с этим бокалом. Маленькая на столе лежала. Чизкейк заказала, чтобы наели все, на 16 человек. Как раз для тебя. Какой красивый костюм! Посмотри, как мои, стразики стоят. Я же его нашла стразики. Это мой костюм. Я когда его одеваю, это моя шкура. Вот лучше меня я еще в этом костюме не видела. Ну, это мое мнение. Это мама. Это мама.
Джулиана, рассказывай, где мы находимся? Ой, мы находимся, где я школу свою делаю. И вот парень сегодня пришла заказать шторы, перезаказать. Передумала. Я сказала одни, ну передумала, я хочу другие. Ночью поздно, говорит, Марина, говорит, наверное, надо я было... Я думаю, Марина, ну что же не то заказала? Ну я бы тоже светлее взяла. Бочки я донес. Ось был. Черно. Парадзюн, гендердин, сад, еды. Осульдийок, бендышинем шинди, ось гюнзала вот этот. Бенцена, сам был бендин, да, бендин был, покажи, бу. Какой? Бу. А я это? Хочу. Берсен, bunu yapabilirim. Да? Aynı, çünkü bunun arkası böyle. Ага. То есть ты сен бана бу арка я поджакся. Ха, айна. Но ма бу бюли дим, айна. Лакюра бу бок. Нет. Нет, бери то, что хочешь. Ну, не сен бана, а не айна. Айна ди? Айна ди. Hayır. Aynı değil. Aynı aynı. Şu bak bu önü bak 33.06 tamam mı? Artura смотри, это одна и та же ткань. Просто перевернуть он тебе. Перевернуть он говорит. 33.06. Gördün mü? İkisi de aynı. Biri arkası, biri önü. Не, ну это, конечно, благороднее. Так это он мне ее и дает, он просто мне показывает ее перевернет. Да. Говорит, ты заказала, но все равно, а да, это aynı. Aynı. Evet. Dersen burayı yaptırabilirim. Да, все, тогда, yes. Тогда был. Все, супер, супер. Тогда ты делаешь просто светлой стороной вешаешь, да? Да. А кремчик не хочешь, ничего такого у вот такого? У меня серые... Дети там, говорит, бегают. Там нет, серые... Ну вот, пол, смотри. Какой кремчик? Вот серенький. Зачем, если у меня ковер вот такого плана? Вот с таким, вот он. Вот такие у меня ковры. Зачем? Вот я заказываю, вот. Я светлее хочу, я не хочу темнее. Сделать меньше мне комнату. Можно же и так сделать цвет. Маленькая. Смотри, какой красивый, благородный. Да, со мной, цвет, да, видишь, да, да, да. Дизайн красивый. Да. Это будет мама, цыганская в стиле клептики. Мама, это сейчас. Боже, какая уютная кафешка. Вы не хотите ничего? Нету картошки? Нет, что-то возьму, в симметрию я возьму. Вот это баклажане очень вкусные. Не хочешь? Так ты взяла перцы-то, я так поняла, ты перцы сейчас будешь дома делать. Яйца у нас есть. Фарш у нас в морозилке, по-моему, есть или нету? Мы сейчас зайдем, пойдем купим фарш. Пошли. И что? Есть? Ну, я хочу, но нет картошки. Ну что, смотрите, сели. Смотрите, как сегодня выглядит мое лицо. Волосы выбежали, спешили, не успела хорошо укладку сделать. Смотрите, уже тяжесть ушла. У меня прям такая тяжесть была. И знаете, как цементная была. Все, смотрите, уходит. Брокколи, я попросила Юлю взять риса. Юля Сергеевна, как всегда, цветы соседки купила. Ну, не вот эти, живые. Новый год розы. Покажи, какой торт заказывает. Торт сейчас участникам заказывает, у той девочки она. И еще какой-то набор чашек она подарила. Короче, как всегда. К нам, наверное, кто-то идет. Может, это она идет, может, я думаю. А что у них так тихо вообще? Mm-hmm. Что за наглость? Боже, какая красивая футболка. Это Юля мне купила. Том Хиллер, бляха, муха. Happy birthday to you. Happy birthday тебя. С днем рождения. Виним Ашкин Кумшу. С днем рождения тебя. Давай свечи задувай, желание пусть загадает. Душу наисти. Мне ж не видно. С интерьером. Браво! Да, держи. А это вот так. Что, все, уезжаю я завтра. Послезавтра. Красивые, ага, нарядили. Это моя старая.